Туве прокурором района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера общеобразовательного учреждения. Установлено, что главным бухгалтером одной из школ Тандынского района путем завышенного перечисления заработной платы на свой расчетный счет похищено более 600 тысяч рублей. В действиях бухгалтера усматриваются признаки преступления – мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Уголовное дело направлено в Тандынский районный суд для рассмотрения по существу. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, к обвиняемой предъявлено исковое заявление о взыскании с нее похищенных денег.